Всех приветствую на своем канале. Сегодня мне пришла новая партия семян. Итак, друзья, пришла мне вот такая вот посылка через почту. Внутри были вот такие упаковки с семенами огурца. Полностью упаковку я вам показывать не буду, чтобы не делать рекламу фирме. Так вот, почему я начал заказывать семена у проверенного производителя? Так как несколько лет назад я покупал семена в простых магазинах, посадил семена, это огурцов были, у меня выросло непонятно что, абсолютно получается не тот сорт огурца, он был некачественный, либо это было просто пересортиться, либо это контрафакт, либо некачественные семена огурца, но это было не суть. Суть то, что настроение было испорчено. Как вы знаете, мы садоводы, огороды, любители, так сказать, ждем не дождемся урожая. А здесь такая неприятная получилась штука, что непонятно, что выросло. Так вот, у вас наверняка уже есть свои предпочтения, что вы любите выращивать. Вам нравятся определенные фирмы по производству семян. Так я просто хочу посоветовать вам делать, как я. Заходить на официальные сайты этих производителей семян и заказывать напрямую там. Если вы даже не берете большой опт семян, оптом семена, конечно, выходят дешевле покупать. Если вы берете мелким оптом, либо просто поштучно упаковочки, пусть лучше вы переплатите несколько рублей, но зато будете знать, что в этих упаковках, что у вас вырастет. По крайней мере, я не сталкивался с тем, что если мне приходили семена уже от проверенного производителя, что было написано на упаковке, то и по качеству вырастало. Ну, понятное дело, что и грунт должен быть питательный, и условия определенные, но все равно, если заявлено на упаковке такой-то сорт, именно такой сорт и вырастает, как заявлено на упаковке. На этом у меня все. Пока!